Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 105, упражнение номер 167. Прочитайте. Алфавит, озеро, желтый, звезда, площадка, часы, больница, ноябрь, яблоко, моряк, листва, береза, пальто. Запишите слова, вставляя пропущенные буквы в две группы. В первую слова, в которых написание пропущенных букв можно проверить, а во вторую слова, в которых написание пропущенных букв надо запомнить. Алфавит. Здесь написание нужно запомнить. Алфавит. Вставляем букву А. Озеро. Бездарно гласное Е. Проверочное слово озерный. Желтый. Бездарно. Вставляем букву Ё. Это непроверяемое гласное. Звезда, бездарное гласное Е, проверочное слово звездный. Площадка, бездарное гласное О, проверочное слово площадь. Часы, бездарное гласное А, проверочное слово час. Больница, бездарное гласное О, проверочное слово боль. Ноябрь, бездарное гласное О, написание нужно запомнить. Яблоко, бездарное гласное О, написание нужно запомнить. Моряк, бездарное гласное О, проверочное слово море. Листва, бездарное гласное И, проверочное слово лист. Береза, бездарное гласное Е, она непроверяемая. Пальто, бездарное гласное А, непроверяемое. Итак, запишем сначала слова, в которых написание пропущенных букв можно проверить. Это слова озеро, звезда, площадка, часы, больница, моряк, листва. И остальные слова написание проверить нельзя. Алфавит. Желтый, ноябрь, яблоко, береза, пальто. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.